Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видео обзор на вот такую вот шоколадку Озеро. Не знаю, надеюсь, я правильно сказала. У нас первый раз на такую шоколадку обзор еще не было. А здесь у нас горький шоколад с апельсиновым маслом. То есть тут нарисован апельсин. Вы покупаете в надежде, думая, что там апельсин. Ну, приходя домой, читаете, что это оказывается просто апельсиновое масло. 55% какао. 90 грамм здесь шоколадки. И давайте посмотрим состав и все, что здесь вот у нас написано. Такая у нее необычная упаковка, бумага плотная, она довольно очень красиво выглядит. Здесь вот написано у нас золотым, то есть я думаю, не стыдно подарить. Давайте ее откроем, посмотрим и попробуем, что же у нас там такое внутри. Так, тут даже, смотрите, у нас необычная фольга. Какая-то она даже такую... полосочку, да, с этой стороны бумага. Так, у нас тут также какие-то крошки непонятные. Аромат даже пошел, знаете, аромат какого-то дорогого шоколада с чем-то непонятным, но не апельсин точно. О, красивая она с этой стороны. Так. Так вот положим. Ну да, знаете, такой запах дорогого шоколада. Так, ну она выглядит, конечно, точно так же, как и здесь нарисовано. Только здесь нарисовано, что как бы это не плиточка, а одна штука целиком такими со скошенными уголочками. А здесь у нас уже получается плиточка. Плиточек здесь вот маленьких таких 10 штук. Ну вот мне единственное не нравится вот тут вот по бокам она как-то выглядит совсем не очень. Здесь какой-то мусор на ней. Тоже как-то непонятно. Здесь, кстати, видно, как она налита. Здесь вот... А, ну вот вам видно, видите, полоса идет и вот так. В разные стороны еще полоса и сюда, ну, видимо, наливали, даже выпукло немножко. Кстати, она не оставляет следы на руках, то есть ее вот держишь, ну, почти не оставляет, вот почти нету. То есть другой шоколад, сколько я помню, уже сделала обзоры на шоколадки, то есть держишь шоколад, и она просто от тебя вот так вот начинает сползать. Вот, то есть тут все остается сухим, держишь, все супер. Ну, я так думаю, что это показатель того, что тут шоколад более натуральный, чем в остальных других шоколадках. Конечно, тут вот, если пальцем провести, то вот видите, палец чистый. Провожу, так, провожу, чуть-чуть есть. Но, по крайней мере, шоколадка от меня не сбегает. Опа, тут ломается тяжело только. Так, у нас там... что-то вроде присутствует беленькое, хотя не знаю, нет, наверное, это просто оторвалась, так-то по идее не должно. То есть вот, ну, аромат, вернее, масло апельсина, ну да, аромат масла апельсина, наверное, что-то есть. Давайте ее попробуем, и я вам расскажу, какая же она там на вкус. Пробуем.
Кстати, пахнет. Пахнет прям шоколадом. Таким, знаете, явным, натуральным шоколадом. Прям шоколад-шоколад пахнет. Ну и, может быть, совсем капельку масла апельсина. Здесь ощущается вкус богатства. Вкус дорогого такого качественного шоколада. Хотя здесь, конечно, написано 55% какао, то есть не 90 и не больше, а только 55. То есть остальные еще там неизвестно что. Вкус прям, знаете, вот шоколада, шоколада. Прям вкусный, обалденный. Что-то, знаете, даже вспоминается. В детстве подружку угощала шоколадом, у нее бабушка варила, вот что-то даже такое вспоминается. Такое очень прям качественное, как будто такое вкусное, хорошее. Масло апельсина, знаете, как-то так отдаленно, далеко-далеко, вот какое-то вроде бы есть. И вроде бы нет, знаете, как будто вот мозгами понимаешь, что он там должен быть, и как будто бы начинаешь его чувствовать. Но на самом деле его там как будто и нету. Ну, как-то так вот далеко. Если, допустим, вы сейчас представите, что эта шоколадка у вас острая, то вы можете почувствовать, наверное, какую-то маленькую остринку где-то там далеко. Но довольно вкусная, довольно необычная. То есть уже, в принципе, я столько шоколадных перепробовала, а тут вот что-то новенькое, очень вкусное, качественное. И, как мы с вами видим, шоколадка у меня из рук не сбегает, то есть шоколад не текет. Значит, тут шоколад более натуральный, и стоит сделать выводы. Значит, шоколад сбегать из рук не должен. Вот, так мягко скажу. Даже он немножечко блестит, если вот присмотреться. Не знаю, у вас видно, не видно. Здесь вот так вот матовое вроде. А вот если с другой стороны, а вот, ого, видно. Видите, он даже блестит немножко. Так прикольно. Так вроде смотришь матовое, а тут глянцевое. Так, ну у нас с вами традиция пробовать дважды, поэтому давайте пробовать второй раз. Да, кстати, он довольно жесткий. Вот, то есть другие шоколадки, их держишь как бы просто при комнатной температуре, то, ну, как бы они довольно мягкие. То есть здесь жестковатый. Пробуем. В меру сладкое. Не сильно не приторное, просто немножечко сладкое. Очень ароматное послевкусие. Во рту даже остается какое-то ощущение шоколадки, как будто она расплылась по всему рту. То есть обычно проглотил, проглотил, как бы все, съел шоколадку. А тут как будто ее мелкие частички остаются, и вот это вот послевкусие довольно надолго остается. Короче, она реально вкусная. Мне она очень-очень понравилась. Такую шоколадку не стыдно подарить какой-нибудь там директрисе, например, там или учителю, кому-то, знаете, такому по званию, как бы как богатому человеку, во, так будет проще сказать, который привык есть все самое лучшее. Можно подарить такую шоколадку. И она и выглядит сама по себе красиво, то есть упаковка и внутри неплохо. И по вкусу она, в принципе, довольно хорошо, но масло апельсина, что-то я там не почувствовала. Не знаю, напишите в комментариях, может быть, вы почувствовали. Не знаю, я не почувствовала. Такую шоколадку даже, знаете, хочется еще и еще съесть. И не как обычно, допустим, коробку конфет или какую-то шоколадку съедаешь за раз, то есть проглотил, съел, а вот ее именно, знаете, проглотил, и наслаждаешься послевкусием.
наслаждаешься, там что-то такое вкусное, необычное. То есть проходит какое-то определенное время, и ты понимаешь то, что тебе хочется еще. Берешь еще маленькую плиточку, снова ешь, снова ну, блин, этой шоколадкой просто наслаждаешься. И на самом деле это здорово. То, что не просто ее съедаешь, лишь бы съесть, лишь бы захотела сладкого, а именно наслаждаешься. В принципе, я думаю, вот так именно и должно быть. На сегодня у нас все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, развиваемся, занимаемся, гуляем. Также обзоры на продукты из Фикс Прайса, Светофор, Победы, из других магазинов, обзоры на технику, живопись и много-много всего интересного на моем канале. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ваши отзывы об этой шоколадке. Мне будет приятно. Также ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока!